Россиянам оплатят 90% расходов при переводе машин с бензина на газ. С таким предложением выступил министр энергетики России Александр Новак. Идея заключается в увеличении субсидии с 30 до 60% за переоборудование. Кроме того, еще 30% выделит «Газпром». Таким образом, владельцам автомобилей останется платить только 10% стоимости перевода своего транспортного средства на газ. Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.